Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Amber Game. И сегодня мы проходим новую игрушку, которая вот-вот вышла совсем недавно, называется Wasteland 3. Давайте начнем. Так, ну я надеюсь, не громко. Житель пустоши для новичков уже знаком. Спустоси. Игроков, желающих проходить игру? Нет, я вот новобранец. Для игроков, предпочитающих сюжет битвам. Я за сюжет. Потому что вот, ну нахуй, ну мне вот это вот надо, вот это вот, блядь, в доспехах, уехах там бегать, все это. Да, выберем этот уровень сложности. Я знаю, что... штаб рейнджеров отправил конвой в Колорадо, чтобы обеспечить поставку жизненно необходимых припасов в Аризону. Я вам так хочу сказать, это игрушка про постапокалипсис, это я точно помню. Мы играем за рейнджеров, которые хотят восстановить как-то предыдущую Америку, то есть закон, там порядок, какие-то нравственные принципы, да, чтобы люди, блядь, не лезали друг друга, не убивали, потому что, ну, блядь, 100 лет прошло со времен окончания ядерной войны. Every Monsters was I Man First. Эдвард Элби. Что-то типа, последние несколько лет выдались для пустынных рейнджеров нелегкими. Когда миру пришел конец, они пытались хоть немного навести порядок в том, что осталось от Аризоны. Но потом пробудился Искин Кочис, и им пришлось сражаться с его армией роботов. В конце концов, чтобы разделаться с этой хренью, они были вынуждены подорвать собственную базу ядерной боеголовкой, и с тех пор стало совсем тяжко. А потом на связь с рейнджерами вышел некий тип, который назвался Патриархом. Сказал, что ему принадлежит Колорадо. Но, мол, его ребятишки пытаются подвинуть папочку. Вот если бы рейнджеры пришли и приструнили их, тогда он даст Аризоне столько пищи и припасов, что им хватит выжить и восстановить утраченное. Рейнджер Коди. Ох, стоп. Простите, майор, тут нам никак не пробраться. Прием, Коди. Передовой отряд сообщает, что есть другой маршрут через замерзшее озеро. Найдите его. Так. Хоть рейнджеры и не хотели вмешиваться в семейные раздоры, отказаться было совершенно невозможно. Майор Просад, нам нужно обойти ту дамбу. На дальнем берегу разведчики. Проверьте прочность. Хуйни какой-то. Есть, мэм. Поэтому командир отрядил группу Ноябрь за скалистые горы, потому что обещанная им помощь была для рейнджеров не просто спасением, она была последней надеждой. Порядок, майор, все в норме. Выдвигайтесь. Жаль, не на русском озвучка, вот, ну, серьезная обида, ебаная, пиздец, меня сейчас вот прям херачит, хуячит, знаете, как хотите. Ну, конечно, блядь, это ебучая засада, блядь, ну, это видно, ну. Тормозите, мужики, блядь, хорош. Воу, черт, русский, ложись, разведчик убит. Фух, блядь. Та-дам, блядь, всем нахуй. Пипец. Вот так вот. Хуякс. Да, последнее время было непросто. Но у рейнджеров есть одна особенность. Неважно, насколько будет тяжело и сколько они потеряют, они будут продолжать сражаться. Рейнджеры никогда не сдаются. Мощно, сильно. Говорят, эту игру можно пройти вообще, блядь, никого не убивая. Я бы, конечно, замутил такой челлендж, но нет, я слишком тупой. Так. Автоматическое оружие, навык. Что? Юные рейнджеры. Любовники и соперники с тех самых пор, как вступили в рейнджеры. Юрий и Спенс. Дух состязания ведет их к совершенству и рискованным поступкам. Ага. Панки. Любовники.
Воруй, убивай, люби гусей. Вот лозунг, который вдохновляет эту неудачливую влюбленную парочку панков, выросшую из культа, в котором выросли. А кто из них женщина? Вот это, наверное. Отец и дочь. О, Уильям был почти бессловесной машиной для убийства. С тех пор, как умерла его жена. Его дочь Лицинь говорит за двоих. И иногда тоже убивает. Мощно. Наставник и ученик. Наемники, служившие и плохому, и хорошему командованию. Надеются, что в этот раз они сражаются за людей, которые не заставят делать ужасные вещи. Самоделкины. Парочка влюбленных технарей, неловких в отношениях с посторонними, но общительны друг с другом, наслаждающихся шутками, понятными только им одним. Давайте я, наверное, создам персонажей. Ну что, подтвердить? Дикая команда, блядь. О, мы прям в бою там, что ли? Подождите, пацаны. Подпускай их, Ноябрь, у этой рухляди пробит редуктор. Ну, дайте мне минуту, я смогу запустить его. Так, блядь, окей. Бой начинается, ход противника. Вот пидорасина. Вот пидорасина. Вот пидорас. Где мой маленький друг? Да хорош уже стрелять. Сейчас помрет девка. Ну вы что, будьте мужиками нормальными. Кровь Дорси никому не дается бесплатно. Я рад вам, конечно, что вы вот такие вот. Шлаг-снайпер. Я хочу выстрелить. Выстрелить, наверное, чувака без укрытия. Есть вариант? Хуяк, отлично. Так, а еще могу выстрелить? Нет? Недостаточно ОД. Использовать предмет. А я хочу пропустить. Конец хода. А в смысле конец хода? Я не то походил, да? Твою мать. Да ну нахер. Да ну, хорош! Прекращай, блядь, эту дичь. А, я думал, можно будет переключить, а вот она такая дичь. Так, передвижение в бою во время боя рейнджер может потребоваться занять укрытие или сменить позицию. С синим цветом отмечена область, в которой рейнджер может переместиться. У него останутся очки действия ОД. Для атаки оранжевым цветом отмечены области, при переключении которой потратятся все ОД. Понятно. Давай, мелкий. Сейчас развалим эту колымагу. Так, что у нас по предметам? Ага, понятно. Вот этого парня надо шлепать. Да в смысле за пределами дальнего... В смысле? Ты, блядь, снайпер или ты бубалек, блядь? Ебать ты орешка. Ну понятно, чё. А кого я могу шлепнуть-то? Как ты это делаешь? А, ну все, все, нормально, нормально. В смысле недостаточно надо? Ты че, охуел, что ли, блядь, гусь? Ну, оборона, хуй с тобой. Так, способность данного персонажа, заговор животного, можно использовать во время исследования. Ошибка статуса боя убеждает дружелюбное животное пойти с вами. Ну, единственное дружелюбное животное сидит вот здесь. Так. На нафиг. Так. Перезарядочка. По кому еще могу шлепнуть? Недостаточно АД, недостаточно ОД. А так мне достаточно. Ага, внизу показывает, сколько у меня ОД. Хорошо, я в принципе понял. Обороночка. А почему я за этих не могу ходить? Всех положили, просто всех, сука. Малого не трогай, сука. Не трогай малого. Конечно, ну, хуй попадёшь. Майор Вера Просад. Чё-то там посад. Турель на транспорте включена.
Пришло время уравнять шансы. Щелкните левой кнопкой мыши по своему транспорту или нажмите Tab, чтобы выбрать его, а затем уничтожьте военного робота Дорси атакой. Да базара ноль. Давай. Ага, подожди-ка, стопори коней нахуй. Мне тут надо это, блядь, съебаться нахер. Вот. Давай-ка в обороночку. Ты, значит, шлепай вот это вот чудище ебучее. Ага, подкова, удача. Удачный сукин сын. Хорош. Просто хорош. Так. Это что такое? Пневмашприц. Можно использовать в бою во время исследования. Используется, чтобы восполнить 50 единиц тел. Процентов тел. Лечение тем лучше, чем выше уровень навыка первая помощь. Окей, хорошо, базара 0, я посижу. А ты, давай-ка мы с тобой сыграем, блядь, в игру, нахуй. Шлепни называется петухов. Троих. Бабам, блядь. Вот и отлично. Вы двое живо сюда. У него шмотки выпали. Слушайте, если жизнь вам дорога, надо снять тех ублюдков с ракетометом на дамбе. Хорошо. По отдельности найдем дорогу наверх и ударим их с фронта, из тыла. Все ясно? Хорошо. Да, да, уже делаем. Сейчас не время выпендриваться, рейнджеры. Помните, Аризона зависит от нас. Отступать некуда, назад дороги нет. Давай уже, блядь. Извиняюсь, я немножко приболел. Так. Лутаемся. Так, выбор группы отдельных персонажей. Сейчас вы управляете одним персонажем, это удобно для расстановки бойцов перед боем. Или прохождением на поле ловушек. Однако для передвижения по местности удобно управлять сразу всем отрядом. Взять все. Так, для передвижения щелкните правую кнопку мыши. Давайте, девочки. Мы всех порешали, в принципе, по большому счету. Сейчас пиздюком всех разъебем, блядь. Просто взрывы тут какие-то, убийства. А мы слили трои. Ну и чё, бой будет, нет? Хуячего. Хорош. Погнали дальше. Лутаем, черта. Колорадские доллары. Неплохо. Так, блядь, это труп. Надо его чекнуть. Труп-то нашего. Это рейнджера забили до смерти. Укройся. Да давай, Рен. Лэнг. Фу-фу-фу. Неплохо. Мне не нравится эта хуйня. Давайте-ка это. Ну, нормально, блядь. Чё, где ты? Драпу, драпу, драпу. Драпу. Кто-то вспорол этому рейнджеру живот и вытащил внутренности. Судя по выражению, застывшему на мертвом лице, он был при этом еще жив. Бля, вы мудаки вообще. Где твой командир? Откуда я знаю? Может, вы ее уже взорвали? Давай быстрее. Хуяч. Не, не убивай, сука. Ну что, жаркоземельцы, бросайте оружие, и она не умрет, поняли? Железная задница. Не соответствует требованиям. Жополис. Не соответствует требованиям. Вы что, не слышали про Дорси, тех, что несут потоп? Что?
more ignorant than I thought. Да вы совсем не образованы. Да мы вообще хуй знает, кто вы такие, блядь. Так, ну ладно. Пидорас. А мы тебя, блядь. Ебанько. Вот зачем ты так делаешь? Взять все, конечно. Мы же тебя убьем в итоге, и все. Похоже, Дорси здесь не задержались, видимо, они знали, что вы идете по их следу. Так, ну это да. Так, что-то мне это не нравится. У, бля. О! Это убил Трая. Ну, а как вы хотели? Вам мне шубку в трусы заправляли, знаете ли. Так, ну, короче, снайпера мы сюда расположим. А убийцу вот куда-нибудь вот сюда. Присесть. Давай. Да присядь, блядь. И ты тоже присядь. Так, кого бы шлепнуть, блядь? Топливный. Если я шлепну топливный бак, у нас рядовой помрет. Привет. Ну, мы в засаде, блядь. Использование укрытия. Ну, конечно, конечно. Я уже шарю. В смысле недостаточно? Вы охуели? Вы охуели? Окей. Так. Гаси его нахуй. Ты что, блядь, не хочешь умирать? Ну-ка, давай. Да мне главное, чтобы вот рядового не убили. Ах ты ж, сука, он ближняк подошел. Надо шлепать его. Как срочно. Пам, блядь. Все, оформлено, блядь. Пиздюк вообще, лайкос, блядь. Давай. Мы не съебемся, так что, блядь, похуй. Закрытую оборону спецатаки. Так. Так, вот ты вот нормальный, без укрытия. Все, ты шлепнут. Так, залутаем парня, сразу окурок возьмем, и гвозди, и все, блядь, и медицинское, и патроны, и все-все-все на свете. Давай, петушара. Лол! Я сейчас им в зад зайду. Мы сейчас тебе в зад зайдем, чувак. Просто сейчас вот оформим тебя в зад. Пау! Все. Почапали. Рация, шепотом. Рейнджеры горит, майор, просад. Похоже, я смогу зайти этим громилом в тыл и нанести им неожиданный удар. Сообщите, как выйдете на позицию. Черт, по мне стреляют. Ухожу в укрытие. Лохушка, блядь, спалилась. Там. Давай базарить. Давай, что же вы раньше не пришли? Ну, извини, смотрите, что они сделали с Джои. Он мертв. Нам жаль твоего друга, но сейчас приходится самим спасаться. Пошли, надо двигаться. Верно, надо доставить бедняк Джои домой, в Аризону. Нас приход захватить дамбу. Пути обратно через озеро нет. Единственная надежда прорваться вперед. Мне плевать, я буду искать путь обратно. Не допущу, чтобы Джои похоронили здесь. Земля тут слишком холодная. Ты нам нужен. Ты еще можешь драться. Шевелись, или мы сами тебя пристрелим. Тогда мы уходим без тебя. Зачем вы сами себя обманываете? Нам конец. Просто отпустите меня. Ну ты заебал, блядь. Рядовой Белтран. Давай не будем выебываться. И иди нахуй тогда. Пету, блядь. Блядь, вот зря. Зря я просто переживал о каком-то сосунке-щенке. Взять все, конечно.
Так. Какие еще варианты там есть? У Джои бедолашки, блядь. Есть что-нибудь? Оу. Welcome. Колорадо. Красавцы, красавцы, давайте. Жестко они, конечно, жестко. Дебилы. Так, почапали дальше. Вау, это было эффектно. Еще одна потрошенная кукла. Это слышишь, раз, жаль, что тебя тут нет. Кровавый поток начался. Ну, вы просто, блядь, застали в засаду. Так бы лицо в лицо вы бы просто получили в лицо. Это я более чем уверен. Так, продолжить. Так, пиздюк, настало твое время. Так. Давай, нам нужен компудахтер. Ну. На экране отображается сообщение. Автоматизированная защитная система Эгида. Состояние готовности. Введите команду. Отключить защиту, отойти от компьютера, не соответствует требованиям. Отключить защиту. Защитная сеть отключена. Для перезапуска требуется свечи, учетные данные за админ. Надо как-то, короче, пролизнуть, блядь. О, труп. Целый отряд рейнджеров превращен в швейцарский сыр. Видимо, это работа вон тех вооруженных механических машин смерти. Лучше вам полностью их избегать. Так, чувиха. Дело не ждет, надо съебываться. Надо, пока он еблом щелкает, надо тупо пробежать. Военный робот ДОС. Хуякнуть, блядь, красавцы. Давай откупорим. Оп, броня разведочика. Нормально. Сим-сим, сука, откройся. Давай, запускай генератор. А ты давай, короче, калитку откроешь. Нет, ты не откроешь калитку. Откроешь. Это ловушка была ж. Ядрит Мадрид. Да иди ты, идиотка. Ох, блин. А как и вообще инвентарь? Вот, посмотри. Оп. Так. Охотник. На, кабанов. Снайперская винтовка. 56, 76, 40. Ну, короче, тут вообще все, вероятно, очевидно. Так, а на ней показывает, что вообще шмоток нет или что? Ну да, вообще показывает, что шмоток нет. Нормально, 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 да. Так, патроны. Бить 56. Без фланцев используется в штурмовых винтовках высшего сорта. Так, а ты у меня кто? Тип боеприпасов 7.62. Ну, что делать, что делать? Золотой стандарт для ликвидации с дальних расстояний. Эти патроны... Прерогатива снайперских винтовок. Ну, снайперскую винтовку я, конечно, могу заюзать, но нет. Так, боеприпасы. Боеприпасы есть. А, ну это все, короче, что есть, типа, блин. Понятно, понятно. А это можно замутить в расходнике. Дымовую гранатку и... Это что, второе оружие? Так, оружие. Ну да, понятно. Так. Ха.
Желтый снежок. Воздействие длится доли секунды, а позор тянется всю жизнь. Бросьте персонажа и пусть подумает, в какой момент жизни он свернул мне на ту дорожку. Миазм. Вероятность 5% применить черный лед. Морозный ожог. Медицинский набор давай возьмем. Так. Заплесневевший носок. Зачем это мне? Краткая история большой берцовой кости. Ужас. Блин, ну давайте. Желтый снежок. Ну что-что, а вот то, что я это одену, я никогда не думал. Давайте, ребят, что, разваливаем лица. Рейнджери говорит просад. С тем, кто на меня наскочил, я разделался, но на дамбе еще остались сволочи. Я нашла точку, где можно закрепиться и прикрыть вас, когда вы подойдете. Но, боюсь, в основном вам придется справляться самим. Удачи вам и давайте скорей. Да вообще, базара ноль, чё. О! Опа, ящик с патронами. Ох, чувствую, битва с боссами сейчас будет. Вообще, я так понимаю, патроны нам, в принципе-то, пригодятся, но я что-то... За дверью слышен грубые голоса, смех и выстрелы из гранатомета. Открыть дверь. Ух. А чё это вы так беспалевно-то зашли? Я не могу понять. А, чёрт, похоже, мы их всех перебили. Кончилось веселье. Постой минутку, может и нет. Здрасте вам, жаркоземельцы. Хе-хе, это так же весело, как убивать людей на расстоянии. Лично я предпочитаю, чтобы кровавый поток происходил в интимной обстановке. Понимаете, о чем я? Психи ебучие. Эраст пожалеет, что остался дома. Он потрошка любит. Кто вы нахрен такие? Ха, вы там совсем не образованные, да? Дорси, вестники потопа. Конца старого мира и начало нового. Мать его. Так. Вы дебилы. И начинается все это здесь. Дело степные шавки, так что я сделаю с вами Дорси, затем сделаю совсем Колорадо. Так что вяжите от души. Никто вам на подмогу не придет. Уй. Увы. Твою мать, они убили Джареда. Я думала, он никогда не заткнется. Ну все. Внимание, рейнджеры, там еще на подходе. Да блин, базара ноль, так это мне надо вот это вот типугана вот это вот. Хуяк. Давай туда. А, ты типа не можешь? Все, давай. Spotless, I am pure light.
Малого не трогай, блядь. Музычка огонь вообще. Союзничек так себе. Ба! Ебать колотить. Братан, ну это косяк, конечно. Па-па-па. Потом прими. Да хорош, малого, хуячить, ты охуел, что ли? У тебя дичь. Во, все, все прокачались. Поговорить с майором. Засад. Просад. Так. Ой, а ты типа, короче, при смерти, да? Пошли эти пупсики. Малой. Проходи. Славно, вы покрошили этот придурка. Нашли еще кого-нибудь из выживших? Да, уебка одного, который это. Что за это не важно, у нас осталось слишком мало, задание отменяется. Давай так. Нет. Пока хоть кто-то из нас жив, задание еще может быть выполнено. Итак, стиснув зубы, она роется у себя вещмешке. Вещмешке она роется у себя. Черт, я все бумаги залила кровью. Значит, нам надо направляться в Колорадо Спрингс, обустроить штаб на авиабазе Петерсон. Оказывает поддержку патриарху при любых обстоятельствах. Сделаем это. Патриарх отправит помощь рейнджерам Аризоны. Не сделаем и рейнджерам звездец. В связи с чем перехожу к секретным распоряжениям. Насколько секретным? Кому о них еще известно? Только мне. Я их получил от генерала Вудсона. Когда мы только получили сообщение от патриарха, генерал Вудсон выслал в Колорадо передовой отряд с командованием Анжелы. Но связь с ним была потеряна. Нужно его найти. Ну, давайте. Пока что немного. Он самая большая шишка в Колорадо. Он богат и согласен поделиться с Аризоной. Поделиться с Аризоной продуктами и припасами в обмен на несколько стволов, так что нам бы лучше не облажаться. Кто такая Анджела? Она была в отряде рейнджеров, который штурмовал базу Кочес. Это было 20 лет назад. Единственная из них, кто еще жив. Ну. Едва не погибла, выполняя задание в Калифорнии, но сумела выбраться. Неужели? Неужели во время курса молодого бойца вам про нее не говорили? Дайте мне секунду, мы можем идти. Как по-вашему, майор, насколько серьезно вы ранены? Первая помощь. Подвергнуть ее эвтаназии. Это вам поможет, вы почувствуете легкую сонливость. Убить ее, избавить от страданий, умирать. Я не знаю, что такое эвтаназия. Ну давай. Хорошо сделайте. Вы вкалываете ей обезболивающее, она оседает назад, закрывая глаза. Моя вера просадка. Тепло. Еще несколько секунд, и ее больше нет. Да ну, блядь, вы серьезно? Это обидно, сука. Нахуй ты умерла? Граната, сука, мёд. Ладно. Я, пожалуй, возьму это. Так. 10-11. Ну, я не спец. Так. Броня разведчика для защиты от самого ужасного врага Колорадо. Холода. Давай. Давай, давай. Штанишки тоже накинем. Нам, в принципе, норм. Так.
Так, давай ты, тебе 7-8 вообще урон. Ну, что-то ты со штурмовыми винтовками ты не дружишь. Но у тебя 5-6 вообще. Пускай так уже хули делать. Так. Так, 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 так. Ай. Ну, ладно, хуй с ним, возьмем. Это что такое? А, эксперт по трубам. Непонятная дичь. Мышечные ткани. Пускай будет снайперка сзади, да, тут только. Типа, ну почему бы и нет? Навыки. Улучшение навыков. Давай-ка из-под тишка. Выживание. Автоматическое оружие. Так, ты. Подтвердить, да. Ты. Снайперские винтовки. Так. Общие навыки. Взрывчатка, дрессировщик, из-под тишка. Так, давай-ка всезнайку, блядь, вкачаем. Я хочу тоже взламывать, знаете ли, компудахтеры. Да, подтвердить, конечно. Эй, Дорси! Это Джаред, братишка, как продвигается великий кровавый поток, отымел уже жаркоземельцев. Раз Джаред погиб, его убили, пристрелили будто собаку. Я проебал ящик. Вернитесь за ящиком. Поймай тех, кто это сделал, придушу всех до единого всех. Слышал, я отомщу за своего брата. Так, все, девочки. Давайте-ка мы вернемся. Пиздюк, на тебя вся надежда. Сейчас раскатаем этих подонков. Трубы. Оп, блядь, все. Опа, отцы. У нас появился тачка. Но, пожалуй, на этом, ребят, и закончим. На сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмакайте на колокольчик. С вами был канал Humbug Game. До новых встреч.